В преддверии 9 мая в Махачкале проводятся праздничные концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Очередной парад был организован в честь такого героя. Чествовать кавалера Ордена Славы двух степеней Ибрагим Пашу Садыкова пришел и мэр Махачкалы Салман Дадаев. Ветеран в свои 97 лет не просто наблюдал за выступлениями, но и сам принимал участие в празднике, организованном для него, и даже станцевал в лезгинку. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Киева, Львова и Западной Украины. Неоднократно был ранен. В честь героев Великой Отечественной войны 9 мая в Каспийске пройдет парад Победы. В этом году в нем примут участие свыше 1500 военнослужащих.